Вредительством назвал ситуацию в Змеиногорске губернатор Виктор Томенко. Из-за планового ремонта водопровода город почти двое суток оставался без воды и тепла. Глава региона поручил заместителю председателя правительства Виталию Снесарю предоставить ему детальный рапорт о чрезвычайной ситуации. Надо в правоохранительные органы передать эти материалы все. Посмотреть, нет ли там оснований для того, чтобы возбуждать дело. Я по-другому не знаю, как с этим бороться. Вплоть до уголовной ответственности. Напомним, в ноябре на одной из улиц Змеиногорска начали менять 100 метров водопроводных сетей. Все это обернулось отключением воды, а затем и тепла, так как системы котельных опустили. Но любопытно, что контракт на эти ремонтные работы был заключен еще летом, а сроком их окончания значился сентябрь. Но завершили их по факту только в минувшие выходные. И то после того, как история получила широкую огласку в СМИ. Губернатор поручил выяснить, почему местные власти не предъявляли претензии недобросовестному подрядчику и не ввели режим ЧС в начале осени.